Ежегодно Департаментом молодежной политики Краснодарского края проводится губернаторский форум молодежного актива «Регион-93». Он впервые открыл свои ворота для молодежи Кубани в 2006 году. За 9 лет его по-настоящему полюбил каждый, кто был там хотя бы однажды. В этом году и наша съемочная группа окунулась в дружескую атмосферу молодежного лагеря. С подробностями Надежда Неткачева и Георгий Калинин. В очередной раз активисты Кубани собрались в урочище «Крымская поляна» в Северском районе для того, чтобы провести несколько незабываемых дней на образовательном форуме «Регион-93». Лес, палатки, еда, приготовленная на костре, синие майки и кепки, вечерние дискотеки – все это по-настоящему сближает людей, приехавших в лагерь. Самая талантливая молодежь Кубани прибыла сюда, чтобы поближе познакомиться, обменяться опытом, весело и с пользой провести время. Организаторы смены постарались на славу. Свободного времени у регионовцев практически не было. Мастер-классы, занятия по риторике, актерскому мастерству, изучение английского языка, уроки по пиар-деятельности, спортивные соревнования. В общем, здесь скучать было некогда. 1 августа главы 11 муниципалитетов Кубани оставили свои рабочие места и отправились в Северский район, чтобы по традиции поделиться опытом с самой активной молодежью края. Глава Славянского района Роман Синеговский также посетил образовательный форум. Главы рассказали о том, как пришли в политику, чем занимались ранее, дали советы молодежи. Самое главное, конечно, желание, знание, опыт, профессионализм. Но и самое главное – это любить людей. Любить людей и вникать в каждую проблему. У нас очень требовательный губернатор, и на наших должностях ошибки не прощаются. Поэтому жить проблемами людей. Для молодежи встретиться с главами – это отличная возможность напрямую пообщаться с представителями власти, обсудить возможность реализации собственного проекта в своем муниципальном образовании, задать интересующие вопросы. А главы, в свою очередь, отвлеклись от повседневных забот и окунулись в атмосферу молодости и креатива. Я вообще считаю, что наша молодежь – лучшая молодежь в Кубани. Мне приятно с ними проводить время, приятно с ними общаться. Я как глава района, я обязан знать их проблемы, их чаяния, знать, что их сегодня беспокоит, что они хотят, чтобы у нас поменялось в целом в районе, на Кубани. И я уверен, что вообще вот пребывание в лагере нашей молодежи – это определенный опыт, это определенные отношения, новые знакомства, яркие впечатления, потому что сюда приезжают и лидеры сегодня нашей Кубани. С приятными впечатлениями от смены остались ребята, приехавшие на регион 93. Кто-то побывал здесь уже не в первый раз, а для кого-то здесь все новое и интересное. Я на регион приехала впервые, и меня очень поразил тот заряд энергии, эмоций, которые просто заряжают тебя окружающие люди, постоянные улыбки, постоянные приветливые лица и... Ну, это круто на самом деле. В этом году регион 93 открыл свои ворота 3 июля. Состоит он из 4 смен. Открывает смена «Школьное самоуправление», затем «Православная молодежь», «Творчество», «Студенческие инициативы». Совсем скоро, 8 августа, все разъедутся по домам. Но уже в следующем году образовательный форум вновь будет встречать молодых активных гостей. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, Сергей Тимовский. Программа «События».